от Мідлена і Глубоко. Можна вольний воздух. Можно больно, грубо
а второй придержите вас рукой с пальцами. Давит здесь на пластик перед наверх. Третий, поднимаем кровать вверх и чуть-чуть, 45 градусов на пад. Четвертый, нужно риски выдох через нос. Так. Воздуха и вода сразу выпустите отсюда, и маска будет подключиться. Равита тоже будет распутиться. 95% это не будет. Поэтому, как я рассказывал, сначала вы попробуйте наше опробование на плоду бутерьяна. Проверяйте, если все хорошо или нет. Все хорошо. Если вода попала в маска, нужно больше воздуха, держите маску. Так не надо. Следующий вопрос, когда вода в маска, это не попало. Вам понятно? Всем понятно? Окей. Это вторая упражнение. Третье и самое важное. Когда ныряет под водой, давление будет больше, чтобы чуть-чуть уходить с комфорта. Ухо будет заложено, как в самолете. Когда самолет, и тело тоже давление есть. Скажите, пожалуйста, Джайми, когда ощущение давления в самолете, что вы делаете? Катаем, радуется. Окей, когда ныряет под водой, давление будет больше. Вот это давление давит на барабане перепонки, чтобы чуть-чуть уходить с комфорта. И нужно делить и продуваемся, когда ныряет. Нужно продуть ухо всегда под водой. Как продуваемся под водой? Приступим. Сначала, когда ощущение давления чуть-чуть давит, нужно больнее грудь воздуха через рот и закрыть рот. Потом закрыть нос под тесом и через маску. Третье, вынуваем через нос, когда закрыть нос и рот вниз. Потом воздуха обратно через ухо. Ухо будет заложило, пока вы еще воздух, если я хочу звука. Сейчас я хочу все попробовать со мной, продуваемся, пожалуйста. Давайте все вместе. Закройте рот и нос и вынуваем через нос. Если ухо заложило, это получилось. Продуваемся через нос. Вынуваем через нос. Люди всегда припутили под водой и так двигаются. Это неправда. Продуваемся через нос. Хорошо, всем заложило? Всем получилось? Отлично. Вот это продуваемся. Когда нужно продуваемся? Джайми, нужно делить и продуваемся через метр. И люди разные. Когда ощущение давления чуть-чуть давит, сразу нужно продуваться. Когда вы хотите дискомфорт, сразу нужно продуваться. И нужно сами делать, как я рассказывал, не спросите инструктора всегда под водой. Самый важный не ждать, когда давление будет сильно. Поэтому, если давление сильно, мы продуваем собак и помогаем, и нужно поднимать чуть-чуть наверх. 1 метр наверх, 2 метра наверх, давление будет меньше, все будет хорошо. Когда давление начинает давить, сразу продуваемся, сразу все будет хорошо. Вам понятно? Окей. Четвертый, как разговаривать под водой? При бумажке всех. У нас и знаки есть. Первый знак, все хорошо, все в порядке. Не нужно обидеть, да, все хорошо, все в порядке. Не нужно уверить, если все хорошо или нет. Страшно, стесняйся, думайте под водой, не надо, пожалуйста. Что все хорошо, сразу дай меня все хорошо. Это не супер. Но это значит, наверное, очень ряд не хочу. Я хочу обратно. Что случилось, если проблема есть, это значит, значит, у меня проблема есть. Все. Но какая проблема? Потом нужно показывать, что ты проблема есть. Проблема вода в руку. Проблема вода в маску. Проблема. Там я дай меня проблема, и покажите, что не проблема есть, надо я вам помогу. Например, если вода попала в рот, я буду лежать на кухне, ради меня. Проблема, вода в маске. Я вам так покажу, как вы подведите вас с собой, подведите меня вот вверх и резко меня через нос. Проблема, алмения. Я сразу отдам вам эти знаки, чтобы не было. А значит, радуйтесь. Закройте рот и нос и выдуваем.
я отдам тебе 1 метр груза, чуть-чуть ниже. Если не получилось, повторяйте мне еще раз. Сейчас надо мне сильно вкладываться, не попадает, и мы будем подниматься чуть-чуть наверх. Плывем. Как плывем под водой? Под водой мы плывем только через ногами. Только через ластера, через на узинца. Всегда нужно видеть, как я ее тиру. Это ногами. Потом нужно двигать ногами с инструктором медленно. Медленно плавать под водой, пожалуйста. Быстро плавать, как Шумахер, а это не марафон, это не удобно. Руками плавать так не надо. Вертикально плавать, стоим так под водой, двигать ногами. И так хватает нам всегда наверх. Это тоже неправда. Под водой всегда на горизонтально. Двигать ногами вид. Удар за тупо. Руками нет за мной. Руками в карман. Это карман. Окей. Но если под воду я вижу, что вам неправо на плаву. Быстрый плавать, руками плавать, вертикально плавать, я сразу отдам вам это знак. Это значит, стоп, стой, сладко успокоиться, я сам плаваю. Это плавать. Еще раз. Хорошо. Проблема. Никакая проблема. Открываемся. Бьем. И стоп. Ребята, как приедете на море? У нас помощник, он вам поможет с оборудованием, он даст вам гидрокостюм. Маска и ластный груз. И когда одевается груз, пожалуйста, нужно наклонить чуть-чуть так. Он будет вставлять ребенку, будет спиной на вас. Потом нужно заменить на платформу, в конце корабля, если ребенка не спится. Я вам покажу. Смотрите, пожалуйста, например, вот эта платформа. Вот это мой. Садите так на платформе, положите нога в руку. Потом положите одна рука на платформе, рядом. А вторую руку подпишите на руку. Поможет. Вам за руку и баллон читает раз, два, три, потом нужно поворачивать с ним вот это страх. Так. Перевирач. И задом спускается. Когда вам перевирач, мы не будем нырять сразу глубоко. Поэтому у нас конденсатор. Вот. А вот это конденсатор будет воздух. Как жилет, лучше, чем жилет. Когда вам перевирач над водой, это оборудование держит вам сразу над водой, как парашют. Не надо плавать. Инструктор ждет вам тоже над водой. Потом нужно смотреть под водой с инструктором и попробовать дыхание, попробовать оборудование. Проверяйте, если все хорошо или нет. Все хорошо, готовите, не страшно. Для инструктора все хорошо. Потом мы начинаем нырять на вертикальном узле. Сначала вертикально, уже ногами внизу голова вверх. И будем нырять медленно. Очень медленно. Но 1-2 метра под водой готов. Будет на горизонтально. Двигать ногами медленно. Смотри коралли лив. Снимайте фото с фотограф. Потом вернуться к гамму. И все. А как можно вопрос? Как мы с этого положения перейдем вот это? Инструктор. Вам помогает. Перевернем. Да, так. Главное, чтобы не вот так. Окей, вот он так. Я знаю, что это много информации для вас. Но сегодня я хочу вам знать, сделайте только два важные вещи в одном. Первый и самый важный в одном, нужно расслабиться, спокойно, дышать медленно, глубоко, всегда в одном из столов. А второй, делите, продувается, когда ощущение давления. Когда давление начинает давить. Не ждать, когда давление будет сильно. Все столы, это будет инструктор работы. Как спускаете, как поднимаетесь, если вам нравится, давайте будем вас под водой, вернемся коротко, это и все инструктор работы. Только эти вещи, отдыхание не продувается. Или сложно? Сложно? Да. А, пока нет. Потом я не знаю. Скажите, пожалуйста, уже, если вода попала в рот, что нужно делать? Нажать. Либо? Если вода попала в маска, окей. Если духа дискомфорт, закрывает, продувается сразу. Это знак? Нет, хорошо. Хорошо.
какая проблема и показать, какая проблема. Стоп. Вот это. Это куля. Я не рассказывал? Нет. Акуля.